Дружище, я матерюсь, так что 18+. Всем привет, с вами Дэрил Виндер. И сегодня мы продолжаем игру Subnautica. Я вернулся к месту огромной погибшей рыбины. Хочу скриншот сделать для первого выпуска. На второй выпуск я легко сделал скриншот, а на первый забыл. И мы вернемся к развилке в самом начале. Пойдем в другую уже сторону. Еще я тут не читал записки. Производственная линия частей стража. Данные сканирования. Ясно. Так, местные формы жизни. Останки исследуемого образца. А, та рыбина, короче. Задержали живьем в изоляторе для исследовательских целей в течение месяцев или даже лет. Аквариум содержал разнообразную растительность, хотя она сгнила с тех пор. Когда комплекс обрушился, данная особь либо была брошена умирать, либо погибла сразу. Кусака и песчаная акула, некоторые черты у рыбы есть. В том числе необычные парные глазницы. Которые редко можно увидеть у других видов. Этот вид, вероятно, вымер за прошедшие тысячелетия, а его эволюционные потомки изменились практически до неузнаваемости. Ладно. Я пешком до туда иду. Можно было бы здесь, конечно, но не стоит. Мародеры тут плавают. О, блин. Вот эта тварь, надо с ней поосторожней. Она, у нее... Интересно, слух, насколько хорош? Или зрение? А в той части ничего нет ведь? Ой, блин. А ее изучить можно? Детеныш! Это, я думал, это большой. Как тебя изучить-то? Зараза, а? О, блин, больно кусается. Есть, валим отсюда. Пол жизни мне снес, а? Гаденыш. Тебя, подожди. Птичка половину здоровья восстанавливает. А я думал, это большой. А это детеныш, оказывается, только. Во, хороший кадр будет. Я повыше поднимусь. Как-то так, ну. А чё он? Чё с ним? Он плавает странно, конечно. Может, из-за того, что я его порезал? А, что-то скриншот. А, блин. Я когда в игру захожу, у меня почему-то вот эта фигня не срабатывает. Скриншот все время сбивается с F10 на F11. А, перезапуска. Блин, ну ладно. Ну уйди ты оттуда, а. Дай скриншот нормально сделать. Издевается надо мной. О, ладно. А то у меня воздух заканчивается. Надо было мотылёк с собой брать. Но мне бы его сломали, наверное.
Welcome aboard, Captain. All systems online. Ну, как-то так, да. Так, детеныш, говоришь, Левиафана? Охотится на все и вся, чтобы вырасти. В глубоких водах живет. Избегать. По крайней мере, он мне не разнесет ничего с первого раза. Так, что происходит? Кто там стучится? Ладно. Возвращаемся к развилке. Блин, это зад, оказывается. Быстро погружается все-таки циклоп. Вообще быстро. Вроде не показывает, что я что-то задеваю. Но я задеваю. Так, куда мне надо? Есть тут одно место. Вон там где-то. Если я не ошибаюсь. Кто там еще, а? А, во, во! Нифига там чё. Так. Пока все нормально. Нашел какое-то древо большое. И туман. Если это туман. Может, это другая кислота? Можно проверить, кстати. Левиафанов не видать. Но медуз много. И сразу музыка изменилась. Погнали. В этот раз на циклопе пойду. Ой, на этом, на крабе. А вы в курсе, что он вниз падает? Не в воду. Все, давай. Еще две. Еду. Вот эту. Благодарю. Все, можно. Ух, меня перекинуло. Глубинные грибы. Ой-ой-ой. Да ладно, не может быть. Да нет. Нет. Ну давай, ну зацепляйся уже. Ну пиздец, сейчас сломаю. Охуенно. Всегда мечтал. Тут глубоко очень. Что по прочности? 83. Придется пешком. Ну а что, у меня вариантов нету. Тут глубина предельная. Это вообще что, кислота? Древо, конечно, огонь. Сейчас скриншот сделаю. Все, хватит. Наверняка, чтобы. Это же я изучал глубинные грибы. Да, я их видел.
Вот это что, кислота или обычная вода? Нифига, это обычная вода. Астуран нашел. Вообще не ожидал, если честно. Я думал, тоже прожигать будет. Так, тут пузырь есть, который воду что ли дает, я забыл. И их тут немало. Тоже Настуран. Это что? Никель. Опять эта музыка напугала, зараза. Сейчас все вокруг древа смотрю. Все подводные источники. Литий, да ладно. Ты тут вообще далеко, а? А нет, границу нашел. Вот это литий по-любому. Вот это, а нет, никель. Эй, блин, обманули. Забавно, что под водой есть отдельные источники воды, различимые между собой. Это очень интересно. Ой-ой-ой. Ну тут, наверное, воздух будет быстро кончаться. Я здесь был? Вроде был. Так. Сначала воздух возьму. Наберу, точнее. А где фирменная фраза «Welcome aboard, Captain All System»? Как-то там, а. 20 вроде устанавливает. Да, нормально. Ничего пока интересного не нашел. Ща посмотрим. Так, вот здесь глубоко. Ну, побольше. Углубление. Но ничего нету, да? Да. Настурана полно. Вообще, его мне надо будет очень много в будущем. Потому что у меня зарядка тратится на ядерных реакторах. Причем немало. Пока я здесь хожу, у меня там, наверное, уже парочка этих стержней иссякли. Золото, что ли, нашел? Это что? Настуран. Все тут вроде. Именно в воде. Эта пещера, она одиночная. Тут проходов дальше нет, видимо. Или есть? Ну-ка, что там? Есть проход. Ладно, я потом сюда проеду. Как много Настурана, а? Дерево пропало.
и появился. Украли. Вот эти грибы, кстати, хороши для биореактора. Долго истекают. Много с них энергии можно набрать. Ну или не энергия, а как она называется? О, там. Ну-ка. Хорошо, что эти скаты не кусаются, а? В принципе, все. Я здесь все смотрел. Осталось только вот это дерево глянуть. Welcome aboard, Captain. All systems online. Так, дерево, говоришь? Вообще можно было к нему подъехать просто. Чтоб далеко не ходить, а? Engine powering up. Потом туда, прямо. Мне кажется, на этом дереве ничего нет. Ну, может, я ошибаюсь. Блин, ну циклопа тоже предельная глубина 900. Ух ты, нифига, как у меня все гламурненько стало. А он просвечивает прям через подлодку, а? Так, здравствуйте. Гигантское дерево укрытие. Гигантское дерево укрытие. Огромное дерево, встреченное в глубоком пещерном гроте, единственное в своем роде и из обнаруженных на планете, дерево окружено скатами, поедающими его розовые внешние листья. Крепкая быстрорастущая кора. Ветки обвили несколько вылупившихся яиц, принадлежащих виду с обозначением призрачный левиафан. Ё-моё! Это дерево, по-видимому, является древним местом гнездования. Яйца были отложены, когда дерево было молодым. А теперь ветви защищают их и растут вместе с ними. Пока те ожидают подходящих условий для вылупления. Круто. То есть это яйца левиафанов? Разбить нельзя, да? Нет. Надо истребить этих чудовищ. Наплодили всяких гадов. Блин, а яиц-то не так мало, как оказалось. Вон чё как светит, а? Тут еще больше яйцо. Ладно, тут ничего нет. Отправляемся дальше. Как же ярко, а? Engine powering up. Да. Красиво. Не знал, что можно и так скриншоты делать. Я даже могу вот так еще сделать. Так, раз, два, три. Все. Глубина. Нормально еще. Но глубже не стоит опускаться. У меня есть 18 метров. Чтоб хуже не стало.
А тут дерево сгнило, погибло что ли? Не понимаю. Похоже на то. Стоп. Выключить обязательно. Я же не хочу здесь в этой дыре застрять. Мне фактически просто не хватит времени, чтобы уплыть отсюда. Воздуха не хватит. Я погибну раньше, чем доплыву до поверхности. Пока не понимаю, тут ничего нет. Серебро, титан. Не привык я еще к этим рудам. Они с виду вроде разные, а если не приглядываться, одинаковые. Ну, по крайней мере, золотой цвет с красным я еще не научился путать. О. Ни хрена себе. Но я глубже не смогу в любом случае опуститься. Именно на... Че? Показалось. Мне придется здесь самому спускаться. Хотя лучше знаете, что я сделаю? Надо запомнить это место. Вернуться сюда, когда улучшение поставлю. На циклоп. И на краб. Что это? Просто водоросль? Да. Ну, в общем, из кислотной пещеры я попал в чистую пещеру. Прям вот, не сказать, что кристально, но чистая. Пора возвращаться домой. В принципе, я тут все осмотрел. Сейчас, короче, вернемся домой. Выгрузим все, что набрали. Это во-первых. Во-вторых, заглянем в аквариум наш. Может, что-нибудь там выросло. И к следующему выпуску я не буду, короче... Вот эта выгрузка, вся вот эта фигня, не буду этого ничего делать. Просто приедем домой, припаркуемся и посмотрим в аквариум. Все. На следующий выпуск я заранее все сделаю. Ну, то есть, все улучшения поставлю. Все улучшения поставлю. Что еще? Все выгружу. Новые шкафчики, может, здесь построю. 44%. Для такой долгой вылазки неплохо. И, короче, к следующему путешествию приготовлю больше еды, больше воды. Больше еды, больше воды. Запасных батареек еще побольше. Что еще? Скрижали вот эти возьму, фиолетовые и зеленые, и ионные кубы. Будем открывать инопланетные проходы. Вон в той лаборатории инопланетной мы нашли дверь закрытую, туда нужна фиолетовую скрижаль. Выбираться, конечно, отсюда тяжело будет. По крайней мере, зарядки хватит однозначно. По крайней мере, я сюда смог заплыть. Здесь метку надо оставить. Вон что меня поднимает под углом. Так, все, лишнего. Сейчас врежете потолок. Сюда вот, знаете, чего не хватает? Гидролокатора. Да чтоб тебе, что это за хрень? Здесь проплыть могу? Нет.
Вылез. Вот это место самое трудное для меня было, чтобы проехать. Я помню его. Вот здесь я вроде проплывал, да, да. Здесь хватает места выплыть. Надо будет систему пожаротушения поставить. Что еще поставить? Можно теплодачу поставить. Ну, типа, припарковаться. О, чуть-чуть прочности отнял. А я думал, я его насмерть забью. Тепловыделяемость можно поставить, чтобы возле кратеров у меня заряжалась батарея. Все батареи. На циклопе. Архитекторе, короче. А я вообще туда плыву? Такое ощущение, как будто я застрял где-то. А, нет, туда. Просто сейчас ночь, ничего не видать. Меня преследует этот, как его? Чё за тварь-то была? Либо детёныш Левиафана, либо ещё кто. Я уж и забыл, насколько здесь глубоко. Ну, 300 метров, не сказать, что прям много. А если я скриншот хочу прямо отсюда сделать, допустим? Вот, вот так. Нет, ничего не поменялось. Надо прям от руля уходить. Хотя, так, попробуем. Все. Так, здесь у меня должна быть капсула. Прям близко, рядом со мной должна быть капсула. И это капсула. Капсула, капсула. Вот это что ли? Да. Отмечу ее красным цветом. Нет, красный слишком выделяется, желтый. У меня желтый еще дрон. Так, где у меня дом? Сзади вроде. Ничего не вижу. Вон дом, где мотылек. Ничего не видать. Я только корни вижу. О! Эти медузы огромные. Интересно, осьминог сможет мне что-нибудь сделать своими атаками? Меня он пока... А, вот заметил. Должно электричество отрубиться все, если он атакует. Но вот сможет ли он на такую большую этот посудину свою способность использовать? Пытается догнать. Можешь мне медленную поставить? Догонит, глядишь. Ладно, хрен с тобой. Ты все равно ареал своего обитания не покинешь. Ну, мы из пещеры выбрались, самое сложное, считай, закончилось. Сейчас, теперь только до баз доплыть. Так, выключу, а то оно просто мешает, не видно ничего. Я не жалею, что поселился в грибном месте. На базе вот этой. Лагануло. Точнее, лагает до сих пор. Не знаю из-за чего. Но я доплыл почти. Все здесь. Ровно 30 минут уже. Прикинь. Конкретно что-то лагает. Не понимаю из-за чего. Нет, лучше все-таки с камерой. Иначе я не пойму, где мне тормозить. Айда! Чё с тобой не так?
Прогружается, наверное, потому что я в новый биом же вышел. Все, хватит. Так и остановлюсь здесь. Так, да, глючит, конечно. Я воду не брал? Нет. А может, у меня там чудовище огромное выросло, поэтому лагает. Все возможно, надо глянуть. Но мне кажется, там ничего нет. Ляха, сыкотно что-то. Ладно. Welcome aboard, Captain. Че, ничего нет? О, нет, смотри, вырос. Ну, блин, это рыбка вот эта была, что ли? Да вы шутите? На кой черт она мне сдалась? Ой, блин, я не запомнил, какое яйцо было. Seek fluid intake. Да сейчас, сейчас, подожди. Смотри, кораллами оброс. Я такого еще не видел. Вот этого, чтобы было. Ну-ка. Здорово! Я не знаю, что ты кушаешь, но... Но мне пофигу. Чё-чё? Тебя можно взять? Можно. Ладно. У меня вырос лопаточник. Давай теперь... Блин, надо было записать, что за яйцо было. Питание, смотри-ка, реактор держит. Сейчас главное не бояться. 3, 2, 1. Нет? Странно. Vital signs stabilizing. А, они просто заполнились, поэтому... Они заполнились, поэтому энергия не тратилась на реакторе. Все по стержням. Все целое. Еще ничего не сгнило. Интересно, а расстояние влияет на кофе? Вот, допустим. И далеко убегаем. Тут что со стержнями? Один, два сдохло уже. А как он утилизируется? Физ... А, во, исчез. Хе, нормально. Так, топливный стержень, говоришь? Три настурана, свинец, титан, стекло. Ой. Мне же надо два стержня. 6 настуранов. Стекло, говоришь? А у меня настуран-то нет, наверное. Я же все запасы потратил. А, нет. А, 3 ионных куба у меня, оказывается. Неплохо. А вот стекло есть. Литий тоже есть. Свинца нету. Вот это яйцо вроде было, яйцо существа. Надо их просто по одному закидывать и проверять. Кстати, я через 2 недели умру в этой игре. Если тут таймер работает, то я точно умру. Я же заражен, типа. Нет у меня настурана, я все запасы потратил. Я не зря его там копил тогда. Ладно. Заканчиваем тогда. Все равно делать нечего. В следующем выпуске. Но посадим яйцо новое. Специально лучше, знаешь, надо 2 сделать аквариума. Здесь можно как-то расширить, что ли? У. Можно, прикинь. А как я подниматься-то буду? Здесь же аквариум стоит. Или так можно? Это будет весело, на самом деле. Снизу нельзя? И снизу можно. Ни хрена себе.
И снизу, и сверху, прикинь. 12 титана надо. Так, стоп. 12 титана, говоришь? 12 плюс еще 4. 16. И... 20 титана, 5 стекол. 10 стекол. Я сразу поставлю тогда. 20 титана, 10 стекол. Не надо. Титан-то у меня полно. Наверное. Я уже сомневаться начал. Вот здесь, наверное. Во! Стекла точно есть. А, нафиг мне это надо было? Вот же стекла. 5-10 стекол надо. 10 есть, все. Титан теперь нужен. 20 титана. Ну, 19 уже. Все. Сколько прочности отнимет, если я сейчас дострою? Нормально. У меня прочность дофига. Надеюсь, этот каркас не сломается. Во, он даже уже стал прочнее, как будто бы. Так, теперь, как мне внутрь надо попасть? Акватерий. Не зря я его так назвал. Прикольно звучит. Лестницу попробую. А, во, нифига. Это как? Это вверх? Нет, это стекло. Прикинь. То есть я не могу лестницу здесь поставить нигде, правильно? Да? Здесь тоже? Лагает вообще кошмар. А во, чё? Где? Только что было. Может, я не под тем углом ставлю? Во! Ага. Это вверх. Это вверх. Мне еще надо, но вниз. Вот сюда поставлю вниз. Нет, сюда не надо. Вот сюда. Так, давай сначала вниз. Вниз. Аквариум. А, блин, я не рассчитал. Мне же еще надо под люк. Стекло и титан. Прочность отняло? А, нет, это же внутри, не снаружи. Блин, круто смотрится, смотри-ка, а. Они объединяются, интересно, в один большой аквариум, или это отдельное стекло? Было бы круто. Заходишь такой, а тут огромный такой. Мне кажется, там есть заслонки стеклянные. Ну-ка. Есть? О, нет, это один огромный аквариум. Ни хрена себе. Вот это поворот. Титан есть, кварц надо. Вообще лучше... Да нет, не стоит, думаю. Ладно. Я так запутаюсь, если честно. Мне... Все равно пол надо. Как это сделать? Я просто не ожидал, что у меня тут все объединится в один люк. Но, по-видимому, нельзя. Нет, ничего нельзя. Зараза. Придется по одному яйцу. Хотя, нет, есть идея. Так, иди-ка отсюда. А чё? Не работает Q. Прикинь. Ща. Есть у меня мысль. Вы не можете разобрать, что-то мешает.
А у меня аквариум вниз же ушел. Значит, смотри. Есть идея. Люк надо поставить. Вот сюда. Еще один кварц надо. Два титана и кварц. Два. Два кварца, два титана. Задержались по серии? Ну ладно. Проверим. Может, тебе тоже интересно, как эта схема работает. Вот здесь, видимо. Два кварца. Два титана. У меня запас титана кончается. А, нет. Кажется мне. Надо будет как-нибудь на поверхность ходить. Растения добыть. Сейчас проверим. Сейчас должно снестись. Войти в большой аквариум. Нельзя. Почему нельзя-то? Из-за рыбы, что ли? Так, иди-ка сюда. Да что ты делаешь, а? Ага. Нет, не из-за этого. Я не знаю, как это убрать теперь. Сломал систему. Он даже не пишет, можно или нельзя. Присоединенные предметы. Блин, а? Сделал себе, так сказать, подлянку. И снаружи тоже нельзя убрать, я так понял. Зараза, чтоб тебя. Вообще теперь по факту, чтобы что-то здесь снести. А, у меня эти растения пропали. Вообще замечательно. Нижняя лестница тоже не убирается. Ай, состыковалась, конечно, состыковалась. Ладно. Сейчас что-нибудь посажу и... Хорош. Построю, короче, по бокам еще несколько комплексов. Так, что я ищу? Мне надо... Что? Я уже забыл, зачем сюда шел. А, яйца. Я за яйцами пришел. Какое-нибудь уникальное яйцо выбрать. Так, это какое-то простенькое. Но я, кажется, знаю, что за яйцо это. Это, наверное, газобрюх. Так, вот еще какое-то яйцо. Ну, по яйцам, мне кажется, можно догадаться, что это за создания такие. Вот это попробую. Так, это все скидаю. А, я же его живьем поймал. Прибраться тут надо. Тут хлам на хламе. Надеюсь, это будет огромная тварь какая-нибудь. Здоровенная страхолюдина. Я, правда, не понимаю, что это. Может, это скат. Может, левиафан. Ну, мелковатое яйцо, если честно. Вон оно, этот, расширяется, уменьшается, расширяется, уменьшается.
Странно. А хотя нет, а в реальной жизни они, наверное, тоже этот вырастают. Так, ну вот я и дома. Еда есть? У меня даже оранжевая скрижаль есть, прикинь. Охренеть можно. Оранжевая скрижаль. Течки. Еды вообще нет. Я бомжую. Я офигею вообще. Чё рыбы какие черные все? Это безысходность у них, походу. Ладно, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующий раз. Пишите свои комментарии. С вами был Дэрил Виндзер. Всем пока.